Приветствую, друзья! Сегодня мы немножко постреляем, а также проведем тест на точность двух пистолетов. Одного на CO2 калибра 6 мм, второго на CO2 калибра 4,5 мм. То, что на 6 мм у нас пластиковые шарики, ну, так сказать, стрейкбольный пистолет. То, что 4,5 мм, это стальные шарики, то есть пневматика с блоубэком. Особенность пневматики или стрейкбольных пистолетов калибра 6 мм является наличие хоп-апа, то есть системы, которая подкручивает шарик и повышает тем образом точность стрельбы пистолета. Сегодня мы проверим это, как эти два пистолета будут себя показывать на точность. Для этого я установил мишень на расстоянии 5 метров и приклеил мишени диаметром 10 сантиметров красного цвета. И в каждую из них мы постреляем из наших пистолетов и проверим, насколько точно они есть. Вот наши мишени. Первые две мишени будут для пистолета калибра 4,5 мм. Вторые две мишени для пистолета калибра 6 мм. В одну мы постреляем вот эти две на расстоянии 5 метров. Вот эти две попробуем пострелять на расстоянии 10 метров. Приступим. Первый пистолет от компании KWC. Реплика Кольта 911А1. CO2 калибр 4,5 мм. Я зарядил в него 7 шариков стальных. Ну и, соответственно, баллончик CO2. Сейчас проверим, насколько он точный. Стреляем. Видим, немножко ушло вверх. В принципе, 4 шарика попало в нашу мишень. Теперь посмотрим, что нам скажет пистолет калибра 6 мм. Пистолет номер 2. Стрейкбольный пистолет калибра 6 мм на CO2 на пластиковых шариках. Пластиковые шарики тут установлены 0,20. Ну, стандартные шарики, с которыми проводится большинство тестов. И пистолет от компании Well. То есть разовый блоубэк. Сейчас посмотрим, как покажет себя он. Расстояние то же самое. Стреляем. И, в принципе, почти такой же результат, но тут на один шарик ушел выше. Сейчас я попробую пристреляться чуть-чуть пониже. Посмотрим, поменяется ли что-то. Попробуем взять чуть-чуть ниже. Расстояние то же самое, 7 шариков. Вот. Результат, в принципе, некоторые шары ушли ниже, некоторые даже ушли выше. То есть разброс все равно есть. Пистолет калибра 4,5 мм, опять 7 шариков. Берем чуть-чуть ниже. Результат намного лучше. То есть большинство пулек легли в цель. Теперь посмотрим на точность с расстояния приблизительно 10 метров. Расстояние 10 метров, пистолет калибра 4,5 мм. Мы видим, то есть почти все пульки попали по мишени. Одна только отклонилась. Пистолет калибра 6 мм, 7 шариков, расстояние 10 метров. Проверяем. Вот вам, в принципе, и разница. То есть все пульки улетели очень-очень далеко.
Сейчас попробуем то же самое, но брать гораздо ниже. Вот результат. То есть несколько шариков лягло ниже, но хотя разброс все равно очень большой. Проведем тест попроще, потому что никто заморачиваться не будет, вырезая эти кружочки. Вот есть у нас коробочка из-под лампочки, это будет большая мишень. Спичечный коробок, это будет мишень поменьше, и монетка. Проверим, насколько реально будет попасть в эти мишени. Первым у нас будет пистолет калибра 6 мм. Зарядили в него 9 шариков. По 3 шарика на каждую мишень. И проверим, сможем ли мы поразить нашу мишень. Расстояние 5 метров. В коробку мы попали 3 раза. Спичечный коробок. Я попал один раз, в принципе, он сразу упал, поэтому смысла в него стрелять дальнейшее не было. По монетке все пульки ушли выше. Сейчас попробуем повторить то же самое на расстоянии 10 метров. 10 метров, пробуем. Итак, смотрим, то есть коробочку мы попали один раз, потом она упала. Спичечный коробок, пульки легли выше, и по монетке тоже пульки ложатся. Начали ложиться выше и закончился магазин раз. Поэтому, в принципе, в мишени размера чуть больше пачки сигарет попасть довольно-таки легко. В мишени ниже уже возможны проблемы. Ну, соответственно, бутылки. Если их можно будет расстреливать, то есть, в принципе, должны вы попадать без проблем. Второй вопрос, разобьет ли пластмассовый шарик эту бутылку. Теперь повторим то же самое с пистолетом калибра 4,5 мм. Пистолет калибра 4,5 мм, то же самое, 9 стальных шариков. Сначала расстояние 5 метров. Проверяем. Картонной коробочке мы попали 3 раза, пульки легли хорошо. По спичечному коробку мы попали 1 раз. И по монетке 1 раз мы попали. Если присмотреться, вот самый край монетки. Пробуем то же самое на расстоянии 10 метров. Расстояние 10 метров. Коробку мы попали 2 раза, то есть 1, 2, пулька прошла. Спичечный коробок попали 1 раз. По монетке не попали, пульки ушли выше, ну или ниже, вот, в принципе. А вот даже удар от пульки калибра 4,5 мм. Ну, подведем итог. Результат. В нашем тесте точнее оказался пистолет калибра 4,5 мм. Ну, в принципе, пистолет калибра 6 мм не особо ему уступал в некоторых моментах. Вообще, понятно, что эти пистолеты не приспособлены для ведения очень точной стрельбы, тем более точность стрельбы очень сильно снижается из-за того, что в этих пистолетах реализована система blowback. Для развлекательной стрельбы, в принципе, пистолеты калибра 4,5 мм намного интереснее, просто из-за того, что если будет вести стрельба по бутылкам, эти пистолеты бутылки разбивают без проблем. Пистолеты калибра 6 мм бутылки бьют в зависимости от того, какой газ используется в них и какой шарик
выстреливается этими пистолетами. То есть чем тяжелее шарик, тем больше шансов того, что бутылка разобьется. Для страйкбольного пистолета вопрос скучности и точности, ну, скажем так, не особо принципиален. Самая главная его задача — это с 10 метров попасть в листок формата А4. Если он это делает, в принципе, он со своими задачами справляется. Сегодня мы наши пристрелушки заканчиваем. До встречи в следующих видео. Комментируйте, ставьте лайки. Особенно пишите, если вы хотите увидеть какой-то другой пистолет из моей коллекции. В плане точности, кучности или вообще разбор, как он работает, из чего он состоит. Я постараюсь на ваши вопросы ответить. Всем пока.